Приветствую вас на новом разрыве томатов. Этот будет необычный, этот будет с призами. С одним из российских магазинов я организую выдачу призов. Либо не российским, если вы живете за рубежом, соответственно, будем решать уже отдельно эту ситуацию. Будет нечто полезное, нечто прикольное, гитарное, это не будет просто медиатор, это будет что-то побольше. Так что всем рекомендую участвовать. Я сейчас показал, что я играл. То есть я рекомендую сыграть вот это. Минусовка выложена в комментариях к посту, не в комментариях, точнее в этом посте. Можете ее скачать. Минусовку сделал лично я. Если кому-то будет интересно, как я ее сделал, тоже пишите в комментах. Сделаю отдельное видео. То есть я этот минус воссоздавал прямо полностью и целиком. Это переделка, перепевка, можно сказать, соляги группы Соната Арктика из песни. Я не помню, она как-то называется. Я ее называю Данунах. Неважно. Это моя вариация, потому что оригинальное соло, там прекрасная задумка с точки зрения, на мой взгляд, с точки зрения мелодики и композиции, но сыграно так себе, я решил переиграть, как мне кажется, получилось лучше. На что я буду здесь смотреть? Да все на то же самое, на что я смотрю всегда, просто здесь я буду смотреть уже как бы более основательно, так как, блин, это все-таки борьба за какие-то призы. Никаких скоростей, никаких здесь супертехник, ничего такого нет, но я буду смотреть, разумеется, на точность бендов, да, вот... Чтобы бенды попадали в нужные ноты, и чтобы два подряд бенда, они были хорошие, грамотные, вовремя, там, куда надо попадали, не спускались. Короче, вы все это знаете. Буду смотреть на вибрато, буду смотреть на все вот эти... Вот на все эти слайдики, жужики, даже на вот начало. Вот как вот это будет сыграно, да? Или как, например... Привет. Как вы вышли с этого соло, я тоже буду на все это смотреть. Все будет иметь значение. Многие, кстати, из этих аспектов, они отражены, скажем, в программе обучения среднего уровня, которая есть для самостоятельного прохождения. Вы можете ее найти, если я не ошибаюсь, начиная с уровня «Гитарный проспект», вам доступен вот этот вот средний уровень, курс среднего уровня. По крайней мере, там есть про бенды, там есть про вибрато. Вот, если хотите, зайдите, посмотрите, если вы ее не проходили. Я думаю, что это вам поможет, скажем, сыграть вот эту штуку правильно. Сыграть ее так, как нужно, а не так, как получается само. Ведь в конечном итоге, напомню, техника – это когда вы можете сыграть то, что нужно, так, как нужно, а не как оно получается само. Это и есть техника. Так что выкладывайте свои работы в комментариях под этим постом, либо в закрытом телеграм-канале. Ну и всем удачи! Занимайтесь музыкой, занимайтесь на гитарах. Всех жду!